І ў працяг гэтай злабадзённай тэмы. Верагодна, зараз няма ніводнага дарослага чалавека, якога б не клапаціла тэма каранавіруса. У магазінах, на вуліцах, у гутарках з сябрамі і блізкімі яна ўсё роўна адна з галоўных. Чуткі змешваюцца з фактамі, і зразумець, дзе праўда, а дзе вымысел, бывае складана. Наш калега Александр Гавейка пагутарыў з намеснікам галоўнага дзяржаўнага санітарнага ўрача Гомельскай вобласці Расціславам Зіновічам. Корэспандэнт задаў спецыялісту пытанні, якія больш за ўсё турбавалі жыхароў нашага рэгіёна ў апошні тыдзень. Сярод іх, напрыклад, сітуацыя з выпадкам у Жыткавічах. Нагадаем, у жанчыны знайшлі каранавірусную інфекцыю, а наступныя абследаванні вынікі першапачатковых абверглі. Мерапрыяцце пачынае праводзіцца пры рэгістрацыі вероятного случая. Вероятный случай это, если есть показания, значит, медики начинают работать, но для того, чтобы окончательно определить, есть ли там РНК вируса, значит, необходимы подтверждающие тесты. На это нужно время. Ну и система тестирования, она многоступенчатая. Сначала самый простой, что-то вроде экспресс-теста, потом более реальный к жизни, но требующий большего времени. Все верно? Да, верно. И для того, чтобы получить объективную информацию, тестирование проводится на различных тест-системах. То есть, если на одной тест-системе получилось подтверждение или там какой-то сомнительный результат, значит, идет подтверждение дальше. Ну, в этом данном случае, значит, подтверждение проходило некоторое время, но на сегодняшний день я уже сказал, что мы работаем в режиме повышенной готовности, и проведение мероприятия начинается при подозрении и регистрации вероятного, подчеркиваю, вероятного случая. Поэтому в данной ситуации были проведены мероприятия. Значит, вероятный случай, пациент был госпитализирован, были выявлены ближайшие его контакты, значит, за ними установлено медицинское наблюдение, они были также обследованы. Значит, ну, после подтверждения уже на других тест-системах о том, что данные РНК вируса не обнаружено, соответственно, диагноз был отменен. Падрабязнасці ў вялікім інтэрв'ю з Расціславам Зіновічам у навінах тыдня. Глядзіце праграму ў нядзелю на тэлеканале «Беларусь 4 Гомель».